вами господин президент России, верховный командующий ООН Единой России Владимир Путин. Поздравляем вас, мы Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Алексеевна, Марина Владимировна. Мы выдвинули на пост президента России на выборы 2024 года многоуважаемого Владимира Владимировича Путина. Поддержал ли все, весь генералитет, организаторы, участники форума «Самый лучший в мире форум армии 2020» Алабино, Кубинка, парк «Патриот», главный храм вооруженных сил Российской Федерации, многоуважаемый министр обороны Сергей Кыргедович Шойгу, Герасимов, начальник генерального штаба, и все командующие армии России. Вот. И также поддержали, мы поздравили с выдвижением на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Путина. И также поздравили командующий ВДВ Сердюков и замминистра обороны Евкуров Зюганов, наша Россия, наш президент, Турчак Неверов, наша Россия, наш президент, Сеславинский и Григорьев. Все участники Московской международной книжной выставки, ярмарки и в Манеже. Здесь всегда. Московы немного. Красиво, ярко, интересно.